Всем привет, с вами Информ ТВ. После исчезновения принцессы Уэльской с публичной сцены, монархия столкнулась с серьезным кризисом. Оказалось, что король и королева, а также наследники легендарной династии уже не так популярны среди народа, как об этом думали. Любовь и уважение не купить ни за какие деньги. Именно поэтому после смерти Елизаветы II британцы переключили внимание на молодую супругу принца Уильяма. Кэтрин была и остается обожаемой, чего нельзя сказать о Карле III и его второй супруге Камилле. В свое время эта пара создала множество проблем, превратив жизнь принцессы Дианы в настоящий ад. Неудивительно, что когда будущей королеве понадобилась длительная пауза на фоне лечения, остальные члены королевской семьи остались на вторых ролях. Без обаятельной и харизматичной Кэтрин дворцы словно погрузились в спячку. Близкие королевской семье люди напоминают журналистам о трудных временах, которые переживает в настоящий момент королевская семья. Секретарь принцессы Дианы Патрик Джеффсон отметил, что Виндзорский дом сильно изменился из-за отсутствия Кэтрин и слухов о двойниках. Цитата. «Без Кэтрин все выглядит довольно плоско. Будущее монархии – это Уильям и Кэтрин. Женщины всегда объединяли усилия и добивались успеха», – рассуждает мужчина. Схожего мнения придерживается и бывший секретарь Кейт Миддлтон Джейми Лоутер Пинкертон. Он считает, что для близких принцессы настали ужасно трудные времена. Но то, как Кэтрин справляется с трудностями, вызывает восхищение. За годы брака она многократно поддерживала мужа, и теперь настал его черед. Цитата. «Они невероятно сильная команда и справятся с этим. Их дети – их главная цель. Уильям, как и все остальные, тоже переживает трудные времена», – заключил Пинкертон.